Добрый день! Это мы, Калёса! 전 세계를 품고 싶은 그라운마스터 김문겸 탈리아입니다. Здравствуйте! Меня зовут Мунгём Ким и Талия Ким. Мы хотим объять весь этот мир. 오늘 이 세미나에 참석해 주신 카자흐스탄에서 오시고 그리고 또 아니 카자흐스탄이요 우즈베키스탄 그리고 러시아 한국에서 오신 여러분들 한 분 한 분을 진심으로 환영합니다. Хотел бы сказать всем, добро пожаловать на эту Академию Успеха. Сегодня очень даже много гостей из других стран, из Узбекистана, из России, а также из Кореи. Добро пожаловать на Академию Успеха в Казахстане. 저도 지난달 서울에서 출발하여 키르기스탄에서 일주일, 우즈베키스탄에서 일주일, 그리고 카자흐스탄에서 알마티, 악토베, 아스타나, 그리고 심켄트에 어제 왔었습니다. Я начал свое путешествие, начиная с Киргизстана. Был в Киргизстане, потом в Узбекистане, а также вот сейчас я нахожусь в Казахстане. А также я продолжу свой путь по СНГ. 오늘 참석하신 여러분 모두 애텀에서 성공하고자 이 자리에 앉았습니다. 맞습니까? Я же правильно понимаю, то, что все находящие, присутствующие тут участники, вы здесь для того, чтобы преуспеть в вашей жизни, верно? 네, 소리가 너무 적습니다. Как-то слишком тихо, верно? 네, 좋습니다. 제가 애텀에서 누구나 성공할 수 있는 그 합리적인 근거를 말씀을 드리도록 하겠습니다. Сегодня я бы хотел вам предоставить рациональные и логические аргументы, почему вы должны преуспеть в бизнесе Атоме. 첫 번째, 애텀에는 매몰 비용이 없습니다. Во-первых, хотел бы сказать то, что курс продажи в Атоме, а именно курс инвестиций, а также доходов, очень даже уникален. 내가 투자하는 비용이 없기 때문에 손해 볼 일도 없고 회수할 비용도 없다는 겁니다. Во-первых, хочу сказать, что нет никаких инвестиций, поэтому не будет никаких потерь. Второй аргумент. У вас нет никаких предоплат для того, чтобы зарегистрироваться в компании, а также не существует минимального обязательного объема покупок, как в других компаниях. 그리고 여러분 한 분 한 분에게 애터미는 쇼핑몰을 무료로 다 분양을 해드렸습니다. А также у каждого из вас есть ваш личный интернет-магазин. 그래서 누구나 다 성공할 수 있도록 만들어놨습니다. Поэтому система Атоми создана так, что любой может преуспеть. 그리고 두 번째는 애터미의 절대 품질, 절대 가격, 대중명품의 제품 철학이 있습니다. Также следующим аргументом я бы хотел бы отметить следующее. Абсолютная цена и абсолютное качество. Мы предлагаем вам идеальные продукты по идеальной цене. 그리고 오늘처럼 Success Seminar을 회사에서 주관하는 교육 시스템이 있기 때문입니다. А также у нас существует система образования. Мы регулярно устраиваем и организовываем Академию Успеха, а также однодневные семинары именно для вас. 그리고 네 번째는 정의로운 분배 구조를 가진 마케팅 플랜이 있기 때문입니다. А также хотел бы отметить то, что у нас существует справедливая система бизнеса. 그리고 다섯 번째는 애터미는 원서버 온마케팅으로 내 회원번호 하나로 전 세계를 대상으로 비즈니스를 할 수 있다는 겁니다. А также глобальность. Начиная с себя, вы можете объять весь мир и все страны. 그래서 저희도 2016년 애터미를 가입하고 가입한 후에 4년 8개월 만에 연봉 4억 이상을 받는 크라운 리더스 클럽에 입성하게 되었습니다. И таким образом, начиная с 2016 года, за 5-6 лет мы могли прийти к доходу около 500 тысяч долларов. 여기 계신 분 모두 저희처럼 성공하고자 하는 그 이유를 왜 여기서 성공을 해야 하는지 그리고 내가 애터미에서 성공하기 위해서 어떻게 해야 되는지 그리고 무엇을 해야 되는지 이 시간에 알고 가셨으면 좋겠습니다.
Надеюсь, на сегодняшнем мероприятии вы найдете для себя ответы, как вы сможете преуспеть в этой компании, почему и для чего, и какими методами и способами. 이어서 저의 와이프인 탈리아 쿠란마서가 계속 스피치를 하도록 하겠습니다. 감사합니다. Далее я передаю микрофон моей супруге Талии Ким. Она расскажет вам также об Атоме и секретах Атоме. Спасибо. Поблагодарим Ким Мун Гёма за речь. А теперь для вас выступит Талия Ким. Салем Шимкент. Сезерди осы салда, кургенимей кунаштымын. Кун шакты канил куи телеймин. Спасибо всем. Сегодня хотела немножечко рассказать о нашей основной деятельности всех атомианцев, потому что мы являемся все владельцами интернет-магазина. Когда вы регистрируетесь, вы бесплатно получаете интернет-магазин. И мне иногда кажется, что вы не всегда по достоинству оцениваете преимущества. Когда вы регистрируетесь бесплатно, вы получаете интернет-магазин и становитесь владельцем этого интернет-магазина. И всегда, каждый раз, когда вы заходите на сайт, заходите в мой кабинет, вы можете видеть продажи в своем кабинете, какой интернет, какие товары у вас. И поэтому оцените то, что если бы вы сами делали свой магазин, вам нужно было затратить на аренду, там, программное обеспечение, веб-дизайн, продукция, зарплаты персоналу. Но все это вам не нужно делать. Атоме все сделала за вас. Вы бесплатно получили это все. Поэтому оцените это. И имейте такое, поменяйте свое мышление на мышление владельца этого интернет-магазина. И как владелец интернет-магазина, вы должны понимать, каким образом мне составить вот стратегию роста своей компании, как думать о привлечении новых лояльных покупателей, чтобы мой рост товарооборот и рост весь интернет-магазинные продаж на сайте Атоме. Поэтому каждый раз, когда вы заходите на сайт, подумайте, что вы можете сделать для увеличения своей компании, для увеличения роста. И здесь я хочу очень подчеркнуть, что в первую очередь некоторые люди забывают, имея интернет-магазин, мы не продаем. Нам не нужно ходить там продавать людям. И если у вас такое мышление, вы никогда не выйдете на большой доход. Вы никогда не построите большой бизнес. В первую очередь, что мы делаем? Мы привлекаем людей в наш интернет-магазин, обучаем. Обучаем заходить на интернет-магазин, покупать, как делать заказы, какая продукция есть. Это основная наша работа. И мы, как владельцы бизнеса, должны понимать, что мы должны думать, каким образом наш рост продаж будет увеличиваться. И поэтому очень важно, чтобы у нас было много людей, регистрации. И еще раз я хотела подчеркнуть, что мы не продаем, мы привлекаем. Если вы хотите, чтобы ваш бизнес процветал, подумайте об этом. Потому что если вы думаете, что вы это продажа, там, бегать сумками или там, кому-то продавать продукт, ну, скажем, сколько вы максимум человек сможете в день продать этот продукт таким образом? Ну, максимум 100, больше там 1000. Но если вы хотите, чтобы в вашем интернет-магазине покупали покупатели, и их было 7000, 10000 в день, 30000 в день покупок, постройте этот большой бизнес на платформе Атоме. И в первую очередь вы должны понимать, что регистрации для каждого из вас должны быть как привычка, как ваше хобби. Вы не должны чувствовать, боже, как, что мне делать, или чувствовать какое-то смятение. Пусть это будет вам в радость. Вот мне нравится выражение, что нужно обязательно полюбить то, чем вы занимаетесь. Единственный способ достичь выдающегося результата и сделать большую работу —
это полюбить то, что делаешь. На самом деле, когда мы что-то делаем и любим, у нас это получается легко. Мы хотим это делать. Нам нравится. Люди приходят к нам. Регистрации должны быть увлекательным, интересным событием. Вы должны сами это чувствовать. И люди, которые будут к вам приходить, будут чувствовать это. Чувствовать эту радость. Поэтому я хочу вам так подсказать, чтобы каждый из вас почувствовал это. Почувствовал, что это не рутина, там, которую обязанность. Нет, это то, что вы должны делать, как просто вот каждый день вы встаете, улыбаетесь. То же самое, мы встаем и чувствуем новый мир. Радуйтесь каждому дню, который к вам приходит. И обязательно у вас все получится. У вас должен быть такой позитивный настрой, без суеты. Когда вы говорите людям, рассказываете им о бизнесе, люди должны почувствовать этот позитивный настрой, потому что большинство людей, и вот сами подумайте, они хотят идти к тому, кто с позитивом настроен. Если человек угрюмый, у него не будет желания к вам прийти, он не будет чувствовать, что здесь что-то интересное. И также хотела поговорить о самом важном при регистрации, это мотивация. С какой мотивацией вы регистрируете людей? К какому человеку вы подходите? Вы знаете, каждое слово – это вот такая энергия, идея. И то, что вы подумали, сказали, это улетело там, во Вселенную и запечаталось, и прошло. Поэтому мне хотелось бы пожелать каждому из вас, прежде чем вы регистрируете человека, подумайте, почему вы это делаете. Вы хотите это для того, чтобы этому человеку было хорошо? С пользой для него? Или у вас мотивация, чтобы его поставить там и чтобы он работал? Как только вы подумаете с эгоистической точки зрения, эта ваша мысль ушла, запечаталась и отразилась в его сердце. И он либо он уйдет, либо не захочет работать, либо ему это будет неинтересно. Это вот так работает. Именно если вы привлекаете людей, если вы регистрируете людей, думайте об этом человеке, о благе этого человека, с каждой мыслью, что я хочу, чтобы этому человеку было хорошо, я хочу, чтобы он стал здоровым, красивым, он был счастливым, у него был финансовая свобода и достаток. Поэтому очень важно. Также привлечение людей, конечно, влияет и внешний вид, и искренность, доброжелательность. Будьте самим собой в первую очередь. Будьте доброжелательны к людям. Если вы не привыкли улыбаться, научитесь улыбаться людям. Встаньте утром, пожелайте себе хорошего настроения и другим людям. Это будет новый толчок, по которому люди заинтересуются в вас и придут к вам. И ваша работа – это работа с партнерами, как забота о дереве. Очень важно, чтобы дерево ваше такое росло. Знаете, мы когда только начинаем, то есть сажаем семечко, мы посеяли это семя, и еще нету ни ростков, ничего, вы даже ничего не видите, потому что нужно время. Но если вы даете любовь, заботу, воду, удобрение, через какое-то время это дерево начинает пускать корни и выходит первый росток. Это тоже наша работа. Когда мы заботимся о человеке, даем обучение, тогда как вот это маленькое семя начинает прорастать. И через какое-то время начинаются расти корни. И здесь очень важно, какие наши корни будут. Вот корни – это как наша структура. Есть корни, которые вертикальные, которые идут вглубь и вниз. Есть корни, которые такие горизонтальные, их в биологии называют. Это горизонтальные, которые идут ветки, это ваши команды. Вот важно, чтобы ваше дерево дало плоды, чтобы ваши корни были вертикальными, глубокими, также были горизонтальными, широкими. Почему это важно? Потому что вот в дереве, вот в биологии, если посмотреть, глубокий корень дает выносливость. Какой бы буран ни прошел, какой бы смерч ни прошел, благодаря такому глубокому корню дерево выстоит. Поэтому ваши команды, ваши ветки должны быть такими же глубокими. То же самое широкие корни. Широкие корни – это ваши команды. В биологии широкие корни, почему они нужны? Они дают плоды.
потому что они охватывают плодоносную землю. Поэтому чем больше широта вашей души, широта вашей команды, тем больше дает плоды вам. Что такое плоды? Это ранги, это новые люди, это рост команды. Поэтому я хочу каждому из вас пожелать, позаботьтесь об этом дереве, постройте сады. Пусть каждый человек, который пришел к вам, скажет вам в будущем спасибо, что вы когда-то познакомили с такой компанией, как Атоми. Потому что на самом деле, вот уже 8 лет, как я работаю в компании, встречаюсь с людьми, и я понимаю, эта компания с замечательными людьми. И с каждым новым днем мне хочется, чтобы каждый человек как можно больше узнавал про эту компанию, узнавал все больше и хотел, чтобы наши, как можно больше людей узнавали про нее. Поэтому хочу пожелать каждому человеку, пусть ваши корни будут глубокими, широкими, и ваши деревья будут плодородными. Спасибо большое. Рахмет.